Уважаемые товарищи, сегодня на нашем стадионе проходят матчи полуфинальные матчи международного турнира по футболу памяти мастера спорта СССР в очереди Сергея Прокопьевича. Встречаются команды ФК Чертаново и ФК Тобой. Послушайте состав играющих сегодня команд. Футбольный клуб Чертаново, город Москва. Номер 30. Ялович Никита. Номер 4. Светников Максим. Номер 2. Фролов Максим. Капитан Тамана. Номер 5. Павел Дмитриев. Номер 14. Андрей Кулаков. Номер 3. Никита Романенко. Номер 24. Артем Максимов. Номер 7. Артем Соколов. Номер 17. Вадим Зубарев. Номер 27. Артем Воронцов. Номер 26. Сава Котов. Запасные игроки. Номер 38. Михаил Золотов. Номер 6. Мартин Ясиновский. Номер 10. Жучков Андрей. Номер 9. Синельщиков Никита. Номер 13. Шабалов Арсений. Номер 12. Саманин Александр. Тренер команды Сухов. Состав команды Тордой, город Бишкек. Сайбеков Бахтияр, номер 1. Номер 23. Куланчбеков Эльмир. Номер 5. Капитан команды Ван Кай. Номер 2. Жарабаев Сагын. Номер 17. Бекбердинов Арслан. Номер 14. Бекбердинов Мирлан. Номер 8. Табиев Радмир. Номер 7. Мамарканов Бейсал. Номер 21. Кенжибаев Эрмек. Номер 5. Саматулы Тимирлан. Номер 26. Шажанбеков Арсен. Запасные игроки. Улучинов Иман. Номер 29. Номер 4. Стрихо Илья. Номер 6. Абдевалиев Бектур. Номер 10. Киличбек Улуй Алтай. Номер 18. Телекан Данила. Номер 22. Мавлютов Динат. Номер 36. Азидов Алыбек. Тренер команды Ровковский Олег.
команды «Дордой Бишкек» забил Артем Максимов, номер 24. Гол в ворота команды «Дордой Бишкек» забил Кота Сава, номер 26. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Yeah.
атакованный Давдой Бишкек забил Максимов Артем.
Команде Черданова, то есть их замены. Вместо вышедшего из игры Артема Воронцова, номер 26, в игру вступает Симанин Александр, номер 12. Команде Черданова очередная замена. Вместо выбывшего из игры Дмитриева Павла в игру вступил Ясинский Мартин, номер 6.
В команде ДНД проведена замена. Вместо выбывшего из игры Кышенбекова Арсена, номер 26, на поле вышел Филиппас Данилов, номер 18. Команды Дордой Бишкек забил Артем Воронцов, номер 27. Гол ворота команды Дордой Бишкек забил Андрей Кулаков, номер 14. В команде Дордой произведена замена. Вместо выбывшего из игры Дуана Кай, номер 3, в игру вступает Алымбек Азизов, номер 36. Да.
Oh, God.